Добрый день, Николай Прокудин, директор проекта iCity, компания MR Group. За прошедший месяц мы приступили к работам под обеими башнями Space и Time. Под корпусом Time началось армирование фундаментной плиты и выполнено бетонирование фундаментов лифтовых приямков. С поставщиком лифтового оборудования договорились о сроках поставки лифтов и эскалаторов обеих башен. И напомню, согласно проекту в корпусе Space у нас используются двухуровневые лифты типа Double Deck. Таким образом, чтобы попасть на четные этажи, всем резидентам необходимо будет с помощью эскалаторов либо панорамных лифтов из главного вестибюля подняться на второй этаж. В октябре принят большой бетон, выполнено бетонирование центральной части фундаментной плиты корпуса Space. Бетонирование фундаментной плиты заняло порядка 30 часов в непрерывном режиме. Сейчас над фундаментом появились конструкции подземного этажа и первая плита перекрытия с отметкой 0. Мы вышли на уровень земли и продолжаем расти. В октябре после бетонирования фундаментной плиты корпуса Space выполнен монтаж первого башенного крана. Всего на объекте будет 4 крана, и второй кран появится уже в этом месяце. На участке стилобата вдоль железнодорожной соединительной ветки продолжаются работы по устройству шпунта и свайного основания. Возведение надземной части стилобата будет вестись одновременно со строительством технологического примыкания к автомобильной эстакаде. Кроме того, в ноябре запланировано бетонирование фундаментной плиты корпуса Т1, башня Time, и бетонирование фундамента стилобатной части вокруг обеих корпусов, а также начало сборки образца фасада, мокапа, натуральную величину. Это были основные новости с объекта iCity. До встречи через месяц.